Привет всем любителям мистических таинственных книг, написанных безумными арабами и прочих древних космических пожирателей миров. Мне тут подумалось, точнее даже не думалось, но хороший повод сказать, что мне тут подумалось, что давненько у нас не было ужастиков никаких. И вот подвернулся один под руку, называется «Черная книга» или «Черный том». И судя по описанию, это что-то явное вдохновленное Говардом нашим Филлипсом. Но находится в альфе, версия 1.5, уже год как в альфе, если не больше. Возможно, это с места и не сдвинется, но пока можно поглядеть, что уже тут есть. Может, что интересное найдется. Так, сложность. Легкая сложность паузит игру, когда инвентарь открываешь. Дополнительные предметы. Ну, я на нормальном. Начну на нормальном. Чего выкабиниваться? Не думаю, что видел хоть одну машину, едущую навстречу последнюю пару часов. Это место, походу, реально где-то посреди нигде. Не то чтобы это имело значение, я уже не развернусь, верно? Кроме того, я уже слишком долго откладывал это дело. Чертов аккумулятор сдох. Надеюсь, я найду что-нибудь, чтобы ее зарядить. Правый клик. Взаимодействовать, пробел открыть, инвентарий. По крайней мере, я достиг своей цели. Некрономикон должен быть где-то в этой маленькой деревушке. Так, что есть? Сишки. Сишки с фильтром. Слегка расслабляющий эффект. Вредны для здоровья. Я собирался бросить. Вот и Q. Ой, Q. H. В описании еще написано, что здесь будут некие процедурно генерируемые пазлы, точнее их решения будут меняться. И какая-то система безумия и обезумливания, что намекает нам на то, что придется все-таки иногда использовать курение, чтобы снизить безумность. Конвертик. Так, откроем. Нашли 50 бачей и записульку. Записулька с управлением. Вас для выклика атаковать. Кус вапнуть оружие. Перезарядка. Сник. Спрятать оружие, показать карту, подсветить предметы. Вот это интересно. А это у нас карманный пестик. С семью патриками. О, действительно подсвечивается. Стальная труба. О. Уже Silent Hill пошел. Какой же ужастик без стальной трубы, которой можно размахивать. Это что это? Собака? Собака. А! Блин, все-таки неудобно, что инвентарь не паузит игру, потому что, ну блин, ну а как так? Нужно совершить сразу несколько действий, чтобы завиудить эту трубу. Пробел, правый клик, левый клик, пробел. Неудобно, ладно. Возможно, это быстро кончится и я заново начну на легкой. Реально, смотри, собаки, стальная труба, уж точно Silent Hill. Кто-то мирный. Бинтик. Бинтик — это хорошо. Восстанавливать немножечко хитов. А ты кто такой, черт возьми, говорит деревенщина. Джордж Дуайт, частный детектив. Извини, мне нужно было место, где я могу перевести дыхание. Ты слышал что-нибудь о проблемах с собаками дикими у вас? М? Я тут
шел, и у меня чуть лицо не отъели. А, почти каждый день. Эти животные с ума посходили с тех пор, как странный культ появился у нас. У тебя нет случайно пушек каких запасных? Ну, я не думаю, что я могу дать тебе мой сикс-шутер. Что, револьвер, что ли, так называют? Но у меня тут есть арбалет, который я нашел в один из дней до этого. Понятно. И сколько это будет мне стоить? 70 долариумов. И он твой. Я тебе также дам 5 болтов для него. Может, в другое время. У нас денег столько нет. Антикварные дедушкины часы. Чуть туман такой, видимо, что нельзя глядеть дальше этой зоны. Что это? Указатель. Указатель тычет на город впереди. Имя места стерто, сцарапано. Так. Есть что-нибудь на... Псина. Загасили. Можно. Следующий город должно быть в милях отсюда. Я пешком туда не пойду. Здравствуйте. Почему вы не хотите со мной говорить? На всякий случай я достану трубу. Вдруг ты какой злой человек. О, теперь хочет. Ну, альфа все-таки. Ты извини, что я тут того самого, но у меня есть делишки касательно вашего нового культа. И, похоже, я переоценил себя. И мне нужно медицинское оборудование. Похоже, они уже знали, что ты идешь сюда. Они патрулируют улицы с пушками спустя, ну, со вчерашнего дня. Ну, блин. Дерьмовые новости. Я думаю, что на том столе найдется парочка шприцов с морфином. Лучше быть осторожным с дозами, а? Мой друг подсел на это дерьмо и теперь зависает в психушке. Жаль это слышать. Спасибо за предупреждение. Да не употреблять алкоголь, когда... Используйте морфин. Может выработаться привычка. Уменьшает дамаг получаемый. И реген здоровья дает. Нельзя никак спуститься тут. А, можно подняться даже. Не спуститься, а подняться. Крыса. Фонарик. О. Нужен ключ. И тут нельзя. Ну ничего. О, а где человек? Чудак-человек. Ну тут кому-то нехорошо. Виски. Релаксирующий эффект. Портит координацию. Дешевый бурбон. Давай говорить. Доктор, посмотрим. Некоторые из твоих ран довольно глубоки. Но ничего такого, что нельзя было бы зашить. Дай-ка я тебе позабочусь, будешь как новенький. 16 за лечение, ну ладно.
Я заплачу тебе $16. Учетная книжка отстает от остальных. Вот последняя запись. Этот детектив остановился проверить колотую рану сегодня. Он потребовал, чтобы я прописал ему еще больше болеутоляющего. Однако я беспокоюсь не о физическом здоровье этого человека. Кто-то тут еще был. Да, какой-то детектив. Кроме нас, похоже. Оружие сломалось. Вот так незадача. Ну, похоже, надо экипировать уже. Стоп. Можно? Да, можно руками биться. Не хочу патроны тратить на каких-то крыс. Что это за дела-то? Где же это видано? Тратить патрики на крыс. О, кирпич. Еще немного, и я могу начать строить дом. О, господи, ты что, ты подожди. Ты куда убег, дядя? Ничего себе. Патрончики. Дядя взял и напал. И у меня со здоровьем плохило. Надо полечиться чем-нибудь. Полностью восстанавливает хиты. Это немножечко, да? Посмотрим, насколько немножечко. Ну, что-то маловато, да. Маловато. Ну, ладно. Поживем, увидим, насколько это маловато. Патронов мало. Надо что-то с этим делать. Вломаться в дома. Тойте патронов. Тыкать пистолетом у них. Ой. Нельзя что-то на него смотреть долго, близко. Видимо, плохие от этого. Ой. Вот и кончились патроны. Будем биться кулаком. Так, надо морфия навалить. Я чувствую. Где этот гражданин? Эй. Эй, гражданин. Иди сюда. Слышь? Морду бить буду. Набил. Что было у тебя дома, гражданин? Здесь. Вот здесь. А. Это ручка для ручного оперирования некими механизмами. 10 баксов. Да, дорого тут жить. О, печатная машинка, это сейва. Понятно. Что у меня есть? Ничего хорошего. Моя голова, в моей голове стучит. Мне бы затянуться. О. Доктор. Можешь мне еще подлатать? Мне нужен скальпель для этого. Здесь некоторые фигни, которые сами, короче, не сделаются.
22 доллара. Нет. Нет. Извини, но нет. Дорого. Так он с сигаретой в зубах такой. Рэмбо. Опенинг механизм. А у меня есть опенинг механизм. Во. Воистину. Ворона. Ужасная, колоссальная ворона напала на меня. Нет, летела. Даже если бы я хотел спуститься, мне бы не помешала какая-нибудь веревка. А у меня нет веревки, да, как в Fallout первом. Квест. Нет ключа. Он с дробашом, что ли? С дрободаном? Этот черт с дрободаном. Ты представляешь? Этот бес там с дрободаном. А у меня патронов нет. Жопка. Короче, Морфий. И в атаку. Блин, собака. А, там тем более ключа еще нет тоже. Сейчас я на тебя нападу. Сейчас я на тебя нападу. Ну, действительно, я на него напал. И ни к чему это, конечно, не привело хорошему. Ну, на первый раз, я думаю, хватит. Еще, может быть, в него там побегаю чуток. Посмотрю, как там что. Действительно ли какие-то головоломки процедурно генерятся. Но я не думаю, что можно ожидать многого от Альфы. Которую забросили, видимо, год назад. Ну, интересно было. Мрачновато. Графический стиль мне понравился. Эмбиент клевый. А вот со сложностями не понимаю, что как-то паузить инвентарь на легкой сложности, не паузить на остальных. Это что-то. Что-то очень любопытное и необычное. Такого-то я точно никогда не видел. А на этом, я думаю, все. Будем прощаться типичным, обычным, традиционным образом, то есть путем произнесения «До свидания».